Юбилейная выставка народного мастера России Алексея Юревича открылась в Доме художников на улице Шлякова. Открытие должно было состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии сроки перенесли. Пока эта выставка готовилась, Алексею Ивановичу уже 81 почти исполнилось. 26 февраля будет уже 81 год. На живописных картинах и панно Алексей Юревич изобразил небольшие провинциальные города России. Центральное место занимает Сергиев Посад. Здесь очень много уголков нашего города замечательного, которые уже не существуют, которые уже ушли в историю, так сказать. Здесь настолько хорошо передан дух того времени, и архитектура, какая вот она была, вот эти вот пятницкие церкви, башни, которые еще были красновато-розового оттенка. Я думаю, это очень интересно пройтись по историческому городу. На выставке представлены работы прикладного искусства. Резные ларцы, сундуки и шкатулки – это совместное творчество Алексея Юревича и Вадима Муралева, тоже народного мастера России. Правда, на открытие выставки он прийти не смог. Основные мотивы совместных работ – городские пейзажи. С Муралевым Вадимом у нас вот вместе мы делаем шкатулки самые. Он сам резьбой занимается и изготовлением, а я сам расписываю на тему. Все мы шкатулки, все делаем только на определенные темы. Нигде больше такой резьбы нет, только вот именно у нас в Сергиевом Посаде. На открывшейся выставке зрители смогут увидеть и оценить работы, созданные в технике практически забытой посадского выжига. Все изделия сделаны из сухой, выдержанной несколько лет липы. Главной особенностью является отсутствие какой-либо механизации. Поэтому работы даже одной формы и рисунка имеют индивидуальные отличия. Это уникальная выставка. Это, во-первых, это большой уровень этих двух авторов. И на всех крупнейших выставках последних лет, и уже необозримом, может, даже прошлом, сколько я не помню, они участвуют и их ждут, и с удовольствием выставляют. Поэтому это высшие пробы, это вот народное искусство. Поэтому, конечно, это нужно идти и смотреть. Выставка будет работать до 15 февраля. Вход свободный. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».